Я понял. Ребята, качество видео немножко будет страдать, потому что нахожусь у Санька, у бомженька в хате. Вот его хата. Ну, короче, бля, здесь не видно. Сань, зажги хоть эту свечку, а, чтоб тебя видно было. Дай, а у меня зажигалка есть. Вот такого вы точно не увидите ни на одном канале, короче, ютубовском. Это только от маэстро. От ТВ маэстро. Да что ты? Увидно что? Ну, я в 90 здесь снимал. Были, да, у тебя здесь люди. 90 годах. А где это видео? Никто этого не видел. Что? НТВ-6, НТВ и второй канал, первый. Ни хера, нигде этого нету. А мне похуй, я знаю, они это не дают. Ну, а я выложу. А в новостях дают. Сань. Это было в новостях. Смотри, старый. Саня. Меня в газетах печатали здесь. Я понял. Санечек, зажги свечку, а? Тебя видно, но плохо, чтобы было тебя видно. Вот у него свечки есть, все у него, килька есть, три топора. Покажи, Сань, бутылку. Давай, дай мне шап, поставь. Ну ты накапай туда, Холодно у него здесь, капец. У тебя холодно. Руки трясутся, блядь. А у меня тут одеяло пуховое. Ты хоть скажи, что у меня одеяло пуховое. Саня, расскажи вообще свою историю. Вот, как родился, как крестился? Ну, вот так вот. Какого ты года рождения? 77. 77-го. Все правильно. 77. Все правильно, 43. Да. Санечка, скажи, пожалуйста, а вот если бы тебе предложили, допустим, куда-то в рабочий дом, ты бы пошел? Я везде был. Да. По всему миру ездил. Это понятно. Ну, стену закоптишь так. Накапай туда, Во. Свечки не умеешь. На улице живешь, блядь, свечку не умеешь поставить. Ну. Я после трех топоров не могу. А, после трех топоров, я понял. Ребят, три топора, кто не знает, это, я думаю, все знают или догадываются, это портвейн. Нет. Наш любимый молодежный портвейн. Я в молодости его столько перепил. Мама, не горюй. Правильно, Сашочек? А вот... Не знаете одно? Да. Что такое? Ну ты скоро там свечку поставишь, а то мы все видео будем на твоей свечке, блядь. Все. Все, свечка стоит, ребят. У меня есть тушенка. Тушенка, вон у него, сгущенка, все дела. Портвейн покажи. Во, у него две бутылки, блядь. Дзынь-дзынь. Неправильно поставил свечку. Да поставь ты ее же в конце концов-то, а. Не поставь, она не стоит. Надо накапать много. Да. Давай, капай много. Сейчас потом поставлю. Вот. Одну. Саня, а куда глобус делся? Балагой уехал. Блять. Ребята, кто с Балагова, короче, у меня есть претензия к глобусу. Попозже. Если не придет, то, блин, претензия попозже. Вчера ситуация такая. Короче, вчера дал ему телефон позвонить. Сидел вот именно вот здесь.
именно вот здесь сидел. Дал ему телефон позвонить, у меня безлимитка. Вот. Куда он там звонил, не знаю. Ушел. Я уснул, короче, и он ушел с телефоном своим. Ну и как я живу? Будем надеяться, что он сделал по-человечески, ну, чтобы я его как бы не проебал, хотя камера вот при мне. Да, вот. Потому что у меня два ножа, снимаешь? Да. Раз. Вот так вот, ребята. И два. Все, к нему не подходите, это ужасный человек. Это мой дом. Кто чужой, прилезу. Саня, ну я свой, нет. А ты для меня родственник. Вот так вот. Слышали, ребята? Убирай ножи, я тебя боюсь, блядь. Убрал. А не боится только дурак, ну. Да. А родственников я уважаю и люблю. Вот. Они родственники, которые узбеки, таджики. Убью. Понял, Сашочек. Все? Только не ругайся. Я тебе пришел с миром. Нет. Это родственник. Без меча я к тебе, да, пришел. Но мне не нужны чужие. Вот так вот живет, братаны. Смотрите. Стоит помочь этому человеку? Я думаю, стоит. Он нормальный, адекватный, немножко не в себе, ну, понимаете, да, там, как сказать, медицинским языком. Но на охеренный чувак. Да, Сашочек? Санька, бомжик, блядь. Говори на камеру, нахуй. Вот. Знаешь, чем ты недоволен? Люди, у меня есть салфетки влажные. Да, вот даже. Если даже я просыпаюсь, угу, я умываюсь. А от вашего гриппа, который нахуй не нужен, магазин не пускают. Я салфетку одеваю на лоб. И говорю, салфетка, выручай. И все. Салфетка меня выручает. Я иду в магазин и дышу вирусом. Саня, скажи, пожалуйста, у тебя есть знакомые, которые умерли от коронавируса? Нет, и... конечно. Вот. Никогда в жизни мы вот их не умерли. У меня только умерли. От алкоголя и от жизни. И от алкоголя, от наркотиков. Сидел, которые сейчас уже сидят. Пять человек. А кто у нас сидит? Ну-ка, расскажи. Лена. Лена. Дэн. Дэн. Тайсон. Да, Тайсон. Да, кто еще сидит? Танчик. Танчик. Малек. Малек. Ну. И еще там. Я уже у нас. Вот, всех я он... не буду говорить так, но они всех просто он знает. Они люди. Они... Ну, а посадил их кто? Извините, что на камеру говорю. Но я честный человек. Да. И скажу, кто это сделал. Называй, и кто? Люди, кто умерли, и кого он посадил? Лёва Браун, вот такой спирт не пейте. Лёва Браун, не пейте. Ну, может быть, ты и прав, да. Но всё равно... Я прав. Ты прав. Башка от него съезжает, нахуй, улетает. Да. Я улетаю на большом воздушном шаре, куда не знаю, зачем не знаю. И больше есть знаю. Такая песня. Может, я понял. Все, Сашка сказал выключать камеру.
снимем позже. Ребят, батареечки осталось мало. Дай бог всем здоровья. Не думайте, что я пьяный. Я при памяти. Все. До свидос. Нахуй ты с утра приходил. До свидания, ребят. Что?